ответ моей души томления, когда в ночи не вижу даже звезд, и я стою в молитве и смирении, чтобы ко мне приблизился Христос. Наводит Он в душе моей порядок, все расставляет на свои места, и каждый час общения с Ним сладок, и меркнет вся земная суета. Греховный мир собой, собой не привлекает, небесный дом становится, становится родней, и сердце всех любовью обнимает, и хочется жить больше, больше для людей. Мне трудно в жизни даже все представить, если бы в ней не стало вдруг Христа. Кого взамен я мог бы там поставить? Ведь без Него одна лишь пустота. И потому, проснувшись до рассвета, спешу молитве лик Его найти и получить как можно больше света, и плод любви для ближних принести. Греховный мир собой, собой не привлекает, небесный дом становится, становится родней, и сердце всех любовью обнимает, хочется жить больше, больше для людей. Становится родней, и сердце всех любовью обнимает, и хочется жить больше, больше для людей. Греховный мир собой, собой не привлекает, небесный дом становится, становится родней, и сердце всех любовью обнимает, и хочется жить больше, больше для людей.